Поиграй, ребятушки, будь боссом. А что, можно играть? Все, поехали, почему бы и нет? Будь боссом, нифига себе. А чё ж я не играл-то, будь боссом-то сегодня? Можно было играть каждый день. Ну ладно, сейчас мы вот здесь встанем, будем ждать. Танки. Опа, сейчас. Никого нету. О! Во-во-во-во-во, пошли. Пошли танки, смотри. Есть. Все, мы сейчас их отщелкаем. Отлично. Как хорошо. Так, ждем следующую волну. Вот здесь будем стоять, стрелять. А что у нас там? У нас какой выигрыш будет, интересно? О! Попадание! Все, пошли танки. Танки, танки, танки. Так, немножко вниз, назад немножко отъедем. Во! Я даже их не вижу, но... Ага, вот он едет. Так, увидел. А, ну это маленькие. Это были маленькие танки. Сейчас мы подъедем сюда. Надо встать так, чтобы у меня попадание было в танк. Нету никого. Ладно, сейчас подождем. Опа, все, пошли, пошли, пошли. Фениксы, фениксы, ребята. Тихо, тихо, тихо. Да ё-моё, на, вонючка. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, мы сейчас здесь станем. Есть. Готов. Один. Второй. Еще двое. Ох-ох-ох-ох-ох. Один остался. На. Отличненько, отличненько. Две волны мы. А, справились. Две волны только. Так, а сейчас уже посерьезнее танки пойдут. О, титаны. Да, ребята, титаны пошли. Надо мне как-то стрелять, чтобы в башню попадать. Так, есть. Очень много танков. Не мешает их вот эти вот кузова ихни. А вот и последний остался, да? Есть! Всех врагов уничтожили. Так, давай подъедем, посмотрим, что у нас тут. Кто у нас здесь будет ехать? О, вот здесь мы и встанем. Сейчас уже посерьёзнее. Катюши должны быть, по идее. Сейчас посмотрим, кто это. О! Пошел, Катюша, да, Катюша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В нехорошем месте мы стоим, ну да ладно. Есть. На тебе. А в принципе неплохое место, мне кажется. Более-менее, а хотя, не знаю. Мне надо их отщелкать. Ох, сколько их много, а, смотри. Ёлки-палки. Офигеть, я даже попасть их не могу, меня штормит. А не слишком ли много вот этих вот танков? Они как-то... Прям кучи подъехали. И все. Это вообще разве нормально? Блин, сколько их много-то, а? На. На. Готово. Ху. Четвертая волна. Так, кто же там будет, а следующий? Если я отлался, то их, в принципе, они не сильно сильные. Оп. Пошло попадание. О, нет, жнецы. Жнецы, с жнецами тяжело будет, конечно. Ё-моё, на! Если бы еще можно было бесконечно отъезжать куда-нибудь. Но нет, они еще едут один за одним. Ну, конечно, проиграли. Ладно, посмотрим, что нам дадут. Какой приз? Ух ты! 10 самоцветов. Так, получается... Ага... Ну, армада слабый, танков можно даже и не брать. А, ну что, бесплатная попытка через 21 час. Ладно, сейчас посмотрим. А этот заканчивается через 9 часов. Через сутки прям практически. А нам нужно 21 час ждать. А что так много? 22 часа ждать. Вы серьезно? Так, ну что ж, ладно, давайте попробуем. Потратили мы 5 алмазиков.
и попробуем, ребятушки. Но, по идее, мы больше алмазов заработаем. Мы 10 алмазов заработаем. 5 потратили, 10 заработаем. Это что получается? 5 алмазов мы заработаем. Ну, давай хотя бы в плюсе будем. Опа, попадание. Так, главное хотя бы одну волну продержаться. О, мочим их. Есть. Но эти легкие, смотри, танки. Это джокеры едут. Хватает одного удара. А, все, смотри. По идее, джокеров нету больше. А, нет, вот едут другие. А, это другие танки или эти же самые джокеры? А, короче, не джокеры были, а вот эти вот. Вонючки. Ё-моё, на тебе. Едь сюда, давай. Готов. А чё, мы даже одну волну не прошли? Что-то слишком много танков дают, ребята. Реально. Так, ну что ж, вот вторая волна. А, сейчас подождем. А, кто там? Фениксы должны? Да, наверное, Фениксы будут. Так, никого нету. Как-то так сделали разработчики, надо им написать будет. По мне, неправильно. Вот неправильно они сделали. Сразу такая толпень наезжает на тебя. Ну вообще это неправильно, конечно, так делать. Ё-моё. Мне вот здесь надо встать и никуда дальше не двигаться. Как-то либо промежутки делали бы, чтобы танки так не шли на тебя. Так, ну что у нас там? Вторая волна еще не закончилась. Где-то еще фениксы остались. Или как? Ну, что-то никого я не вижу, ни одного феникса. Ладно. Опа! Попадание. Во-о-о! Титаны, титаны, дружище. Надо будет их отщелкать. Так, а ну что, вторая волна сейчас закончится? О, третья пошла. Третья волна врагов. Хорошо. Продержаться теперь надо. Продержаться, ребята. Давай, отлетай. Потом идут жнецы, скорее всего. Ну, со жнецами очень тяжело. Если бы, конечно, я третью волну бы еще полностью продержался бы, началась бы четвертая волна, было бы лучше. Ну, навряд ли я, конечно, продержусь. Да, вот они едут. А, Катюши едут. Ух ты, елки-палки. Как же все, ребята, повторяется. Все повторяется просто. Давай, может быть, я четвертую волну выдержу. Третью. Сейчас сначала четвертая будет. Угу. Очень много-много танков. Ладно, будем потихонечку их мочить. В принципе, хорошее место я стою здесь. Да, вот она. Четвертая волна наступила. Готов. Все, отщелкали мы их. Теперь ждем, когда следующие танки будут ехать. А следующие, скорее всего, это будут жнецы. И со жнецами мне будет очень-очень, ребятушки, сложно. Потому что уже здоровье половина, да? И танки, они очень сильные. О, вот, все, поехали, жнецы. На! На, готов. Есть. Да что ж такое-то, а? Так, вот четвертую волну я не смогу продержаться. Нет, меня сейчас отщелкают. Ну, конечно, сейчас толпа их приедет. Я не успеваю одного уничтожить, так как подъезжает следующий. Это вообще нормальное явление. Это ненормальное явление. Ой, продержаться бы эту четвертую волну, не знаю. Нет, они меня сейчас отщелкали. Эх, чуть-чуть оставалось-то там, елки-палки. А зачищено написано 3 волны. А чуть-чуть можно было подождать, и было бы 4 волны. Звездочку мы получили и играем дальше. Так, титанчик, у меня улучшить его нету, просто денег. Денег не было, ну да ладно. Поехали в бой. На моем титанчике красненьком. Так, здесь. Так, ладно. Ну подожди, сейчас он едет как раз. Я его сейчас отщелкаю. На-н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 а-
И вот этого теперь надо уничтожить. Апачки, как красиво мы отщелкали их. Звездочку и открываем сундучок. Давай нам новый танк. Эх, а, повышение на Атлас. Повышение на Атлас. Ну ладно, давай тогда возьмем Атласа. А, повысим его. Поехали. Ага. Ну сейчас навряд ли мы выиграем, опять будет минус 6, 100%. Ну попробуем, посмотрим. Так, вот здесь я встану. Опа! Нифига, давай. Так, подлечиться нужно срочно. Ах, не успела даже подлечиться. А, долго летел ремкомплект. К сожалению. Да, как-то так. Смотри, нифига, минус 6, ну нормально вообще, когда выиграем плюс 4, а вы проиграем минус 6, это вообще справедливо? Это несправедливо. Давайте, да, выбираем Катюшу, давайте мы ее улучшим. Поехали на Катюше. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, ну что ж, дружище, друзья, сейчас будем стрелять. Сейчас я выберу какое-нибудь место, например, вот это вот. Все, получайте. Тихо. Ох ты, ё-моё. Что ж у меня такое там здоровье, там маленькое-то. Опа. На, подожди, надо сюда встать. Немножечко. В траекторию. Ой, готов один, один готов. Давай. Смотри, что-то он не подъезжает. А, все, начал. Так, ладно, сейчас я подожду. А, все, победа. Есть, щелкнули мы его. Хорошо.